Все эти люди сегодня собрались в Доме культуры «Чайка», чтобы вместе отметить особенный юбилей. 65 лет исполняется их родному Красноглинскому району. Что интересно, у района две даты рождения. Так сложилось исторически. Одна из них – 22 февраля 1952 года, когда по указу Президиума Верховного Совета страны и появился район. Однако это было его второе рождение, ведь появился на карте города он в 1942 году, когда сюда эвакуировали заводы из Киева и Москвы. Однако просуществовал он недолго и вскоре вошел в состав территории Кировского района. Местные жители называют свой Красноглинский район зеленым сердцем Самары. И сегодня все поздравления, конечно, ему. Его невозможно не любить при всей его уникальности, раскинутости. 1/3 всей Самары, 5 поселков, огромная территория, но именно уникальность, наверное, строения нашего района по поселковому принципу зародила в нем ту теплоту, семейственность и радушие, которые есть по-своему в каждом поселке. Впервые в истории города Красноглинским районом Фонсатия главы администрации Олега Игоревича Комарова была разработана концепция развития района, и мы ее взяли за некую такую модель, за некую матрицу. Сейчас каждый внутригородской район идет этим путем. Только вместе мы сможем с вами сохранить то богатство, сохранить экологию Самары и сохранить все то, что есть. Самое главное – людей.